Священное радио 1940. Василий Бронин. Москва. Рвы. 15.41. Постановление об эвакуации столицы СССР Москвы. 16 октября. Единственный день в истории, когда не работало московское метро. А 18 и 19 октября в Москве и области пошли сильные дожди. Дороги разрушены. Техники. И дало время, чтобы собрать силы. Москвичи рыли оборонительные рубежи на дороге по берегам Москвы-реки. По радио выступил председатель Моссовета Василий Прохорович Пронин. После войны он записал свои воспоминания. Конец октября. Не привезут холодный мелкий дождь. Строительство укреплений в районе Ленина.